Здравствуйте! Сегодня у нас небольшая экскурсия на маленький французский остров Little French Key. Приятного просмотра! Перед собой вы видите карту острова. И сейчас мы направляемся по острову Роатан для того, чтобы попасть на маленький остров Little French Key. И просто так на остров Little French Key не доберешься. Туда доставляют лодками. Наконец мы и подплываем до этого острова. Итак, мы находимся на пляже этого острова. Вода, как вы видите, очень прозрачная и чистая. А самое главное, здесь всегда такая вода спокойная, без волны. Это все потому, что между этим местом и морем протянута камневая гряда. Засыпали камнями, и камни глушат волны. За счет этого здесь всегда спокойно, тихо, нету большой рыбы. Очень чисто, очень приятно, очень хорошее место. Для детей тут очень-очень хорошо. Ну и для взрослых тоже. Нам очень здесь понравилось. И мы советуем побывать здесь. Приятного просмотра! Есть здесь с собой зоопарк. Эй, красотуля! Ой! Я так напугал. Красотуля! Так, пароход подошел. Вот хорошо обезьянам. Тепло, хорошо. Да? Вот и все. Девочки, мы покидаем этот чудный остров. И едем на свой плейс. Спасибо здесь. И напоследок мы решили прогуляться по магазинам. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся. Пока.